Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот получил я те часы, о которых я рассказывал, которые так и называются Shark Army. Давно я хотел посмотреть на часы Shark, которые считаются достаточно качественными и фабричными китайскими часами и славятся своим качеством и сборкой. Пришли они вот в такой вот коробочке. В коробочке, значит, лежит у нас пакетики часы. Собственно, тут же лежат инструкция, такая небольшая, мануальная инструкция на английском языке. Что они показывают, что они не показывают, контакты. И, как ни странно, лежат наклеечки Shark Army. Очень приятно. Может быть, куда-нибудь наклеим. Теперь все это в сторону. Снимаем. Значит, часы пришли полностью в целлофане. Сейчас мы это все снимем. Это в сторону. Заглушечка, это вот, которая останавливает механизм часов. И вот часы, собственно, пошли. Значит, стрелочек здесь 3. Часовая, минутная, секундная. Очень крупный циферблат. Показывает день, недели и число. На головке нанесен логотип. И головка в трех положениях, как обещают. Это положение для смены дня. Второе положение — это для смены дня недели. Ну вот, кстати, видите, здесь немного, что мне не нравится, не понравилось. Очень легкий вот этот, головка, очень легкий движение, вот прямо не сфиксировано. И почему-то не фиксируется во втором положении, в котором, в принципе, должны быть смена дня. То ли это брак, то ли это действительно так все сделали. Вот эти переключают числа, месяца переключаются, а дни недели еще должно быть одно положение, но я что-то его никак не поймаю. Почему-то сразу переключаются на стрелки. Диаметр циферблата 35 миллиметров. Ну, я говорю плюс-минус, потому что здесь очень точный циркуль, штангенциркуль. Самый большой диаметр 43 миллиметра. Толщина часов 12 миллиметров. Значит, сам циферблат закрыт, судя по всему, стеклом. Как написано у производителя, это Harlex. На обратной стороне часов, ну, тут логотип нанесен. Написано, что Precision Moved. Это прецизионный механизм, как они говорят. Что это ограниченная партия. Дальше. Ну, нержавеющая сталь и защита водной, защита от воды. Значит, что мне не понравилось? Да, ремешок стальной, но вот как во всех китайских часах, он очень некачественный. Базель выполнен, кстати, очень напоминает, вообще сама форма этих часов очень напоминает мне командирские часы. В свое время очень были популярны, очень хорошие часы. И тут, видимо, ну, стоят, это не тахиметр, это как раз большие цифры для того, чтобы вот как типа того, как для водных погружений. Но часы эти не предназначены для водных погружений. Скорее всего, купаться здесь только вот брызги и там какие-то часть дождя, погружаться в них нельзя, как написано даже у производителя. Стрелки, в принципе, тоже большие, хорошие, видные.
А как будет светиться в темноте, не знаю. Ну вот, не знаю, ну, наверное, вам не видно. Не видно. Ладно. Я вот брал такие часы, мне очень нравится такая форма. И попробуем их поносить. Кстати, как они будут сидеть на руке, сейчас мы посмотрим. Вот так вот. В принципе, мне даже не надо уменьшать, они как раз так свободно, хорошо сидят. Что-то у меня сегодня со светом не очень хорошо. Я поставил свет каким-то образом. Ладно, вот так. О, немножко разверну. Видно? Вам, я надеюсь. Вот. Ну ничего, мне нравятся такие тяжеленькие. Кстати, сколько они весят? Мы же теперь можем измерить вес часов. Так. Аккуратненько включаем. Заодно проверим производителя. 132 грамма показывает. Не очень тяжелые. И в общем-то мне нравится. Гарантия на них 12 месяцев. Вот. Ну, длина ремешка приблизительно 17 сантиметров. По моему мнению, достоинство — это очень хороший видный циферблат. Точно еще не знаю, как они будут идти, но в принципе это кварцевые часы, должны достаточно точно ходить. Стекло защищает циферблат. Базель тоже достаточно крупные цифры на базель нанесены. Очень видны. Из недостатков, вот то, что я говорил, почему-то не фиксируется второе положение. Приходится день недели выставлять методом прокрутки стрелок. Недостаток это или это, в общем-то, неправильное изготовление. Третьего положения почему-то нету. Вот, рекомендую часы Shark Army. На этом все. Всем удачи и пока.